Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло.о. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор кандилийского воска 10 грамм. Кандилийский воск сегодня широко используется во многих косметических препаратах. Его свойства заметили на растения, которые он покрывает. В сильную жару кандилийский воск сохранял влагу внутри растения, не давая лучам солнца сушить его. Сбор воска обычно проходит в самую жаркую погоду из-за его активный свойств. Собранный воск рафинируют и выливают капельками. Он более твердый, чем пчелиный, и менее плотный, чем карнаубский. Применяется не только в косметике, но и в пищевой промышленности. Кандилийский воск, как и все воски в косметических препаратах, оставляет на коже невидимую пленку для сохранения влаги в ней, защищает от сухости и повреждений. Свойства воска сужают сосуды, применимы в косметике для кожи головы и волос. Воск достаточно пластичен для производства бальзамов для губ и теней. Он прекрасно защитит ваши губы от ветра и трещин. Кандилийский воск в домашней косметике используют давно. Всевозможные косметические препараты с ним блестят, а поверхность их выглядит как глянец. Имея нейтральный аромат, кандилийский воск заменяет пчелины, когда запах меда в косметике нежелателен или есть аллергия. Широко применяется производителями солнцезащитных кремов, особенно в детских кремах от солнца. Как писалось ранее, он защищает кожу от ожогов и пигментных пятен. Вот так выглядит данный воск. Вот такие капельки. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!